Первое упражнение актерского мастерства, которое нужно в стрипластике, очень называется «Лучи спускания». Когда вы вышли, люди вот перед вами, люди где-то далеко, может быть, вы просто встали, сейчас вот каждый по очереди выйдет сюда, встанет, почувствует, что он — солнышко, которое излучает огромные лучи, которые уходят в бесконечность. Самое главное — преодолеть вот ощущение стеснения, потому что всегда у вас кто-то, наверное, будет думать плохо. Или у вас есть страх, что кто-то о вас думает плохо. Вот, а вы все равно встаете и выходите. Без участия этого реквизита. Он на вас, но вы не про него танцуете, а что-нибудь другое. Про стену, про опору, про то, как вы здесь прекрасно танцевали. Вы в нем, это как бы само собой разумеется. Вот вы в нем что-то исполнили. А потом вы начинаете его вводить. Это может быть как поглаживание его или обыгрывание, что вот. На что способен ваш реквизит, мы показываем. У кого-то это будет платок, у кого-то там рубашка, у кого-то шляпа, ты как-то ее, вот она должна поучаствовать в твоем танце. Например, обыгрывание вот тебе волос, да? Ты взяла шляпу и тут волосы и ее держала, показала красоту головы и шеи. Вот. После этого не сразу начинается раздевание, если у нас формат эротический. То есть вы еще какое-то время можете его пообыгрывать. Поменять положение и начать медленно его трансформировать. Он трансформируется вообще немножко по-разному. Обычно момент снимания он достаточно эмоциональный и он резкий. Потом может все остаться на месте. Но этот момент того, что вы раскрылись, на самом деле посыл раздевания. Я он в том, чтобы показать, что вы раскрываетесь для зрителя. Какой бы у вас ни был реквизит. Но вы от него открываетесь, это значит, что вот психоэмоционально вы снимаете некие защиты внутренние и открываетесь вашему зрителю. Не спеша. Мы это делаем. И каждый элемент стараемся подчеркнуть. Показать. Движения на то, чтобы раздеться, должны быть из нашей самой широкой.